Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На носу новогодние праздники. И я подумал, что в Новый год вы наверняка уже решили, что будете готовить из горячих блюд, из основных. Но всякий раз хочется чего-то новенького в плане десерта. Всякие покупные торты, пирожные – дело скучное. Готовить самому торт, ну мне, например, тоже изрядные такие проблемы доставляют мысли об этом. Потому что, как подумаешь, ну много времени уходит на все это. А хочется чего-то необычного. И сейчас я вам хочу показать элементарнейший просто десерт, который готовится буквально вот 10 минут, можно прям при гостях это сделать. Единственное, что нужно заранее запастись, как всегда, некоторыми ингредиентами. Поэтому, без всяких долгих разговоров, поехали. Начинается все с растапливания кусочка сливочного масла. А масло надо ароматизировать ванилью. У меня есть стручок, дорогущая пряность. Вам не обязательно использовать именно стручковую ваниль. Совершенно не обязательно. Вы можете использовать даже ванильный сахар. Но я купил стручочек, поэтому немножечко попонтуюсь. Так, вот я вскрываю его. И сейчас нужно вот эти вот зернышки, сердцевину отсюда вынуть. Она чудовищно ароматная. Делается это вот так. Не очень ловко у меня получается, потому что опыт обращения с ванилью у меня практически никакого. Так, ну и теперь вот эти зернышки я отправляю в масло. Так, вот так. Такие запахи идут сразу потрясающие. Ну и сюда же можно, наверное, стручок отправить. Пусть дополнительно ароматизирует. Прекрасно. Все. Пусть масло ароматизируется, а я займусь ананасом. Для этого десерта я взял банку консервированных. Можно, конечно, и свежий ананас брать, но смысла большого в этом нет. Так. Теперь аккуратненько это надо отсюда извлечь. И разрезаю. Наверное, так, чтобы из каждого кружочка получилось 6 долек. Все, и теперь я его отправляю в это ароматизированное уже сливочное масло. Немножечко карамелизоваться, как я люблю. Вот так. Сейчас ананас буквально за минуту, за полторы карамелизуется, а я тем временем, угадайте. Правильно. Добавлю немножко коньячку для нежного, обалденного аромата винограда. Берегите волосы. О, повелитель огня. Ароматы фантастические. Собственно говоря, все готово. Остается сервировать. Сервировать я буду все в покупных корзиночках. Если у вас их нет, они элементарно делаются из готового покупного слоеного теста. Ну, сами сообразите. Если уж очень интересно, дайте знать, я как-нибудь отдельный какой-нибудь выпуск сниму, ну, совсем примитивный, как можно из готового покупного теста всякие вот подобного типа формочки готовить. Так, сначала, естественно, вовнутрь положить ананаса. Побольше кусочков. Как они пахнут, а? И немного вот этого ароматного масла. Готовое ванильное мороженое. И для красоты, на самом деле, для понтов, положу сверху стручок ванили. Ну и завершает этот натюрморт свежая мята. Ну вот такая вот красота получилась. По сути, на готовку уходит даже не 10 минут, а меньше. 10 это со всеми подготовками. Думаете, надо пробовать? Ну, давайте я кусочек этого ананаса утащу. Очень классное сочетание аромата ванили и коньяка. Причем коньяк, из-за того, что я его фламбировал, не шибает спиртами в нос, а дает очень, очень классный, очень такой мягкий аромат винограда. Очень теплый, почти горячий ананас. Холодное ванильное мороженое. Ой,
Классное сочетание. И как вы уже поняли, готовиться это может прямо вот уже перед подачей на стол. Сидят гости, говорят, ну что, гости, готовы к десерту? Гости, да, готовы. И вы, даже предварительно нарезанные на нас, прямо у них на глазах, выкладываете в сковороду с маслом, с ванилью, плескаете недопитый коньяк, поджигаете, гости делают ах, вы тут же раскидываете быстренько по формочкам, каждому даете мороженого и желаете друг другу счастливого Нового года и Рождества. Спасибо за компанию. Всем пока.